Специальные прилавки для дачников организуют на рынках Уральска. Им не нужно будет платить аренду за торговлю своим урожаем. Пилотный проект разработан департаментом торговли СПК «Акжаек» и партия «Манат». Горожане идею приняли на ура. Валентина Ходькова говорит, это важная помощь от властей и партийцев. И хотя сезон начинается ближе к августу, уже сейчас свободных мест в торговых рядах нет. Теперь же на крупных рынках города за дачниками будет закреплено 80 мест. Это хорошее дело. Самое главное, мы приехали на место. Не надо где-то места нам искать. А то часто местов мы не находим. Все лучшие места заняты, перекупщиками заплачены. А мы где-то так на полу стоим, просто как ненужные люди. Кроме того, Истопфонд теперь будет гарантированно закупать у местных дачников овощи. Тем временем мониторинговая группа партии «Манат» продолжает инспектировать торговые объекты. Отслеживают цены на продукты. А манатовцы просят сообщать о случаях завышения стоимости социально значимых товаров. А наша основная задача, конечно, это же контроль. Контроль цен, мониторинг цен. Если мы такие ситуации или там выявляем, мы, соответственно, уже реагируем на это. Вот. Я думаю, эта работа будет продолжена на постоянной основе.